В парке имени генерала Маргелова Заволжского района Ульяновска строится храм во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Еще год назад на этом самом месте ничего не было. И вот храм все отчетливее начинает принимать свои очертания. 14 июня митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил чин основания строящегося храма во имя святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Перед началом богослужения он призвал верующих к молитве о скором завершении строительных работ. Сегодня мы видим, что храм его честь, строящийся здесь в Заволжском районе Ульяновска, строится быстрыми темпами, строится очень качественно, красиво. И мы сегодня совершим так называемую закладку основания этого храма. Я призываю вас не только быть зрителями того, что происходит, но и постараться вместе с нами помолиться о том, чтобы Господь поспешествовал тем, кто строит, чтобы как можно быстрее это строительство было закончено. За первым общественным богослужением в строящемся храме молились губернатор Ульяновской области Алексей Русских, благотворители храма, представители городской администрации, руководящий состав и бойцы 104-й дивизии ВДВ. Во имя благостояния святых Божиих церквей и соединений всех Господу помолимся. Господи, помилуй. Чин основания совершается, когда устроен фундамент нового церковного здания. Во время этого чина молится о том, чтобы Господь благословил труды делателей и начало строительства Дома Божия. Фундамент храма устанавливается специальная капсула с грамотой, где указано, когда, в честь какого праздника или святого, при каком предстоятеле церкви и епархиальном архиерее, усердием каких благотворителей возводится храм. Митрополит Лонгин поблагодарил благотворителей и строителей храма. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал совершение чина основания нового храма историческим событием для области и митрополии. Замечательно, что нарекли мы храм именем великого князя, человека, вся жизнь которого является примером служения народу, примером служения Родине и примером служения нравственным ценностям православия. Уверен, что у этого храма будет очень хорошая судьба. Впереди еще много работ. Согласно проекту, церковный комплекс будет включать в себя однокупольный храм, рассчитанный на 350 человек, и административное здание для размещения приходских служб и воскресной школы. Слава Богу, сегодня получилось так вот собраться всем, хоть и будний день, помолиться святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Мы очень надеемся, что его молитвами храм будет построен достаточно скоро. Надеемся, что в этом году, если Богу будет угодно, то будет завершена кирпичная кладка. Возводятся стены, возводятся также фундаментные вспомогательных блоков, которые вот от нас находятся к главному входу. Вот. Ну, в основном вот это вот. То есть нам сейчас, дай Бог, это возвести надземную часть. Будем надеяться, что все получится. После совершения чина основания храма владыка Лонгин обсудил с заместителем командира дивизии Владимиром Демьяновым вопросы духовного кормления бойцов ВДВ. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.